Рустам Фанюсович, сыграли с лидером Запада на равных и разделили очки пополам. Как вы оцените эти игры? Как если вчера мы играли, боролись, сражались, бились, владели, что-то хотели. Сегодня вышли вообще просто так, фигурное катание показали все. Но все-таки счет 1-2 сохранялся долгое время. Казалось, что где-то превосходили соперника по инициативе и по желанию. Не так ли это было? Не видел инициативы, не видел желания, потому что не было борьбы. Просто катались. Соперник нас переигрывал. Хорошо Савелий держал там нас в игре. Поэтому очень много моментов. И что предупреждали, ребят получили такие контратаки. Не забили свои. И все. Возвращаясь к турнирной таблице, наш прямой конкурент «Крылья Советов» играет сегодня чуть позже. На данный момент нас всего деляет 2 очка от 8-го места. Как оцените эту ситуацию? Такие ситуации я не хочу оценивать. Просто надо самим выходить и играть. На кого-то надеяться – это последнее дело, ребята. Поэтому здесь мы должны были выходить и весь чемпионат. И до этого говорили ребята, что мы сколько игр. Вот так же выходили просто. Просто выходили покататься. Вот и получается. Доказательство, кто будет хоккеистом, а кто фигуристом, наверное. Ну, в матчах с Атлантом постараемся показать хороший результат. Я-то всегда хочу показать. Будем, конечно, будем играть на победу. И радовать, стараться болельщиков. Которые сегодня поддерживали очень сильную команду и вчера тоже приехали вчера, с Подольска. Сегодня, да, они поддерживают нас везде, но... Я говорю еще раз, извиняюсь перед болельщиками, не можем как бы показать достойную игру и результат там, и радовать их там в плей-офф. Спасибо, но мы желаем успехов в Мытищах. Спасибо.